12 апреля 2003 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США, чемпион мира в полулегком весе по версии WBA американец Деррик Гейнер провел третью защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал колумбиец Оскар Леон. Поединок выдался конкурентным. Претендент работал первым номером, регулярно проверяя оборону соперника своими размашистыми ударами. Но в восьмом раунде Гейнер провел точный удар по корпусу, отправивший Оскара на канвас. Леон пришел в себя после нокдауна и продолжил боксировать. В 10-й трехминутке колумбиец снова побывал на настиле ринга, но смог восстановиться. В финальных раундах преимущество было на стороне более техничного и выносливого чемпиона, который и выиграл раздельным решением судей. 12 апреля 2008 года в Бранденбурге, Германия, в отборочном поединке на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA встретились бывший чемпион мира в двух весовых категориях испанец Хавьер Кастильехо и немец Себастьян Сильвестр. Поединок прошел в обоюдных разменах ударами, где трудно было отдать предпочтение кому-то из соперников. Уже после второго раунда над правым глазом Сильвестра открылось рассечение, что очень мешало ему по ходу боя. В 10-й трехминутке Хавьер серьезно потряс своего противника, но добить не сумел. Но уже в финальном раунде испанец сам пропустил тяжелый правый хук навстречу, упал на канвас и не поднялся до завершения отсчета рефери, который зафиксировал досрочную победу Себастьяна Сильвестра. 12 апреля 2008 года в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США, пуэрториканский чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мигель Котта провел четвертую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал мексиканец Альфонсо Гомес. Уже в первом раунде Мигелю удалось потрясти своего визави ударом по корпусу. Во второй трехминутке, после очередного удара по печени, Гомес оказался в нокдауне, но поднялся и продолжил боксировать. За несколько секунд до завершения третьего раунда Альфонсо вновь оказался на канвасе, но добить потрясенного мексиканца Мигелю не дал гонг. В конце пятой трехминутки после очередного падения претендента рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Мигеля Котта. 12 апреля 2008 года в Атлантик-Сити, США, пуэрториканский чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Кермит Цитрон вышел на ринг, чтобы провести третью защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO мексиканец Антонио Маргарито. Стоит отметить, что эти соперники уже встречались ранее. В апреле 2005 года Маргарито нанес Кермиту первое поражение в карьере, досрочно победив его в пятом раунде. Реванш вновь прошел с преимуществом претендента. Маргарито был значительно активнее и разнообразнее пуэрториканца. В шестом раунде Цитрон пропустил тяжелый точный удар по корпусу, упал на канвас и не поднялся до завершения отсчета рефери. Победа Антонио Маргарито чистым нокаутом.